Всем привет! Мы сегодня, сейчас, я с родителями, тут мама сидит, папа, едем покупать мне и маме очки. Да, давно мы не были, да, там? Да, пора уже купить. Угу. Ой, возьмешь, мам? Ты выключила? Не, снимай. Погода у нас отличная, солнышко, но только... У нас, видите ли, -4,5. Хочется тепла. Где ты там, Маш? Я тут, вот, все. Все сняла. Все, едем. Подъехали мы к оптике. Вот сюда сейчас пойдем. Не знаю, работает она. Наверное, работает. Вон там свет горит. Угу. Кажись. Да, свет горит. С 10 до 8. Ну, сейчас вот такой машин здесь очень много. Как всегда, фиг припаркуешься. Ну, мы сейчас будем искать место, не знаю. Капец. Тут еще шлагбаум. В общем, а вот там нет, где красная машина или там что? Недалеко. Видите, как плотно стоят машины? Ничего не поставишь. Где он? Ну, ничего. Ну-ка, не снимай, подойди сюда. Ну, это тоже ничего так, конечно. Эти, мам, подержи. Вот эти? Я подумаю. А вот эти? Я тоже держу. Хорошо. Смотри, синий тоже нормально. Ну, что сейчас лето? Да ярче, как что-то черное. Смотри, вот синий. Ну-ка, сними сорта тоже. Ну, можешь чуть-чуть приснять, а то просто вот так, чтобы... Ее можно вообще снять, по подбородку. Чтобы она не мешала. Я не вижу подбородок. Потому что идушки вот здесь, ага, непонятно, просто сидят, да, они не сидят. Примерки можно снять. Просто лицо-то не видно, а то только глаза, как по форме лица-то. Ну, вот по форме лица я ничего не знаю, только что посмотришь, чтобы удобно. Вот эти вы попробуйте. А синий мне больше нравится, ну ты смотри, как тебе нравится. Это. Эти, Маш, нет или еще держать? Какие? Вот эти. Нет, еще пока подержу. Угу. Так это простовато. Ну да, мне вот а больше. А вот эти, которые раскосые, да, вот ничего. Раскосы. Вот раскосые мне понравились большое. У них еще, видишь, какие эти душки вот такие, ну какие-то не просто черные хоть. Раскосые, бери. Потому что летом вот сейчас. Вот это мне нравится. Ну их, да, будешь брать? Да. Видишь, тут и душки получаются чуть такие. Ну, тоже совсем все черное. А тут, видишь, какие там такие душки, ну, толстые. Да. А тут здесь, тонкие, здесь более оригинальные, да. Нет, все-таки не, давай вот эти. А уже вот эти ей понравились. Вот ее, а эти еще, которые ну, вторые. Этим... Ну, что-то тоже ничего. Ну, посмотри. Вариант такой. Вы поближе можете вот в то зеркало. Ну, у них, видишь, такие штучки здесь на душках, такие прям яркие. Ты смотри, как тебе. Она такая не очень обозначена, да, на лице за счет цвета. В то же время она... Ты можешь взять вот те и вот так одну, вторую и посмотреть. Да, сравните. Вот в то зеркало там поближе можно. Где цветные? Дайте покажите мне. Вау, вот это крутяк вообще. С твоей стороны оранжевые, с другой, видишь, они более приглушенные. Ну, они классные. Они тоненькие, хорошенькие. Туда тонченную линзу поставить, вообще красота. Ну, это сама смотри. А то потом скажешь, что круглая. И чтобы тебе не мешало зрению боковому вот эти оранжевые. Потому что все-таки носишь долго. Ты не видишь вот этот оранжевый цвет? Оранжевый? Ну, просто смотри, чтобы потом это со временем начнет надоедать, скажешь, раздражает. Ну, в общем, выбирай вот на здесь. Крути, верти. Можете шапку снять и попробовать две шапки вообще, может быть, как-то вам. Да, может, кстати, сними шапку, вдруг они как-то спадают у тебя. Да тоже. Не, я сразу вижу. И маска вот не мешает вот эти душ, ну, эти петельки. Нет, все-таки я вот эти хочу. Которые роскошные, да? Да. Ну, сама смотри. Пробуй тогда.
Вообще это очень современно. Вы сразу вот становитесь. А что, может быть, и неплохо. Очень даже неплохо. У вас она классика, а здесь более современная, и она молодит, лицо молодит. Вы в ней прям вот моложе намного. А мне кажется, идет. Полностью, да. А ты же не девочку превратишься. Поправи, да. Не, правда. Только вот я больше люблю какие-нибудь не коричневые. Знаете, на леске один день. А так они есть разные, размеры разные. Просто леска, она уменьшает, нет вот этой вот, ну, черты. А цвет какой любите? Ну, лучше, то не коричневый, коричневый. Давайте вот такой вот, и она намного больше. Я просто попробую. Вот это мне на вас понравилось, я пока ее отложу, потому что она хорошо. Вам идут такие оправы? И садятся хорошо, они по бровям хорошо. Такая смешная. Вы знаете, когда одеваете вот круглую оправу первый раз, кажется, что необычно. И очень да. А вот когда вы сейчас, я вот дам разные, опять к этому варианту возвращаются люди, потому что они действительно стильные и красивые. Это вот современно, красиво. Вам сажали на меня? Идет. Вам и это идет? В принципе, да. Синенька мне понравилась. А что такое? Чего? Просто необычно, ты никогда не носил круглое. Тебе идет такой вариант. Смотрите. Мне нравится, кстати, они такие круглые. Это не кажутся такими круглыми. Она не круглая, она такая полукруглая. Ну это ничего, да, Машка? Вот эти мне нравятся, они вроде не совсем круглые. Сейчас я вам другой цвет покажу. Да, это так хорошо. Такой цвет, есть вот такой цвет. Угу. Есть вот такой цвет. Разный. Угу. Это полностью черное. Это с красным. Черное. Ну, вот форма мне нравится. Наверное, сама форма вот здесь. Она опускается. Здесь вниз, очень тонкая оправа. Здесь какая оправа, тонкая прям. Да, и красный попробуйте тоже. И красный хорошо. И куртки прям подходят. Ну, куртки сейчас снимется. А у меня в основном все синее. Она даже не то, что красная, она какая-то такая терракот или даже не знаю как. Ну ничего тогда. Вот, не знаю, мне больше нравится. А те первые были? Ну давай первые. Первые были черные, по-моему. Не, были вот эти. Вот эти или черные и золото. Вот эти, по-моему, лучше. А, вот эти? А я как так? А ну-ка, одень теперь вот эти. Черные. Ничего. Не, вот эти мне больше нравятся. Черные тоже ничего. Потому здесь что разделение цвета идет не так тяжело на лице смотрится. Да, вот эти лучше выглядят. Ну, они так вот полегче смотрятся, потому что вот эти, видишь, уже... Да. Ну, мне эти люди нравятся, только красные, как бы, наверное, нет. Ну, красный вам тоже хорошо, Миша. Хорошо, хорошо, действительно. Ну, что скажете? Да, выбирай. Мне эти нравятся. Это они очень старые. Мне давно было менять. Ты не пришла? Значит, я не пользовалась до сегодняшнего момента. Угу. Это важно. Пишешь Мария, то что еще будет какой-то Евгения. Ну, как тебе нравится, ты закажешь. Не люблю ее называть. Не хотишь глаз. А как-то боишься. А ты что есть, когда у нас? Я только видела. Я не хотела так видеть. Делалась. Боится, Линка, я тоже предлагала. Все боятся, а за руль тоже тебя в раз посадится. Думаешь, что не страшно? Кажется, все машины на твоей голове. Если мы выбираем вот этот вариант, то получается, значит, смотрите, можно поставить вот такое покрытие. Они стоят 10-900 пара. Если вы хотите вот это покрытие, асферику никогда не носили? Не делали мы ей асферику? Нет, что такое асферика? Более плоская линза асферическая. Не помню.
Вот не скажу. Если вот этот вариант, они идут уже 15 тысяч пара. По-моему, мы делали вот этот. Вот этот, да? Да. Да. Оставляем эти? Ну да. А их меняют каждый год? Да, да. Оставляем. Полгода, год. Нет, можно еще и тоньше, но здесь уже будет от 15 и выше. Не, ну это не надо, просто мы меняем часто, если бы у него еще зрение не менялось бы. Мы так и делали тебе вот такие тоже. Эти, вот это я помню, кризал. Это базовое покрытие, да, базовое. Но они идут уже с утверждающими свойствами. Угу. Учитывается там уже все. Угу. Утончение, утверждающие свойства, все это. А когда готово будет? Ориентировочно на среду. Угу. Короче, вышли мы из оптики. Сейчас. Убежали. Да. Убежали. Что, ну выбирали просто пап. У меня аж кашель начался. Выбирали просто. Подожди, ну не едь. Выбирали просто по оправам. Вот. Так что, как бы получилось так, что у меня премиум оправа, а у Маши тоже хорошая там с этим, с чехлом, ну, с чехольчиком, как называется? С чехлом, да, и у тебя, и у меня. Да. Вот, в общем, какая сумма? Вот общая сумма, это общая сумма? Вот это, да? С очешником. Ну, вон там написано. 39, подожди, общая сумма, 39,085. Короче, 40 тысяч, и это со скидкой. Со скидкой. Вот такая вот цена получается. Сами эти сколько стоит, получается? Вон. У тебя 6500, по-моему, а мама 10. Значит, короче говоря, да, 5178, что-то 5178 это линзы. Линзы по 5000, линзы на 10 тысяч. Линзы на 10 тысяч и оправа получается тут тоже. 10 тысяч, оправа Ray-Ban. Это, наверное, это мое. На. 10 тысяч оправа, 10 тысяч линзы. А у Маши 6 тысяч оправа и 10 тысяч линзы. Да. Вот такие вот цены. Вот, в общем, это просто капец. 40 тысяч, двое пар очков. Ну, правда, там утоньшение, утоньшение идет и так далее. Что? Как 40 тысяч, две пары очков? Да. А ты что думала? Как что это компьютер можно купить? Так твои 16, мои 20... 16? Это можно купить телефон. 16, и у меня там 22. Так что вот такие дела. Это капец. 40 тысяч как просто, с куста. Просто капец. Вот оптика, ладно, поехали. Слушайте, а нас не надули, может нужно было какую-то более серьезную фирму. Кстати, там почему-то написано на 2 заказа скидка 15%, но нам сделали все заказы разными чеками, потому что типа на разных людей и скидка составляла 5%. Мы там часто, в принципе, заказывали до этого, так что... Да. И очень-очень мне понравилась эта женщина, которая там была. Она нам все померила, все сказала. Но за такие деньги, может, нам бы еще не померили и не сказали бы, извините меня. Ну, мало ли, как может быть, а тут ну, очень, да. Очень хороший персонал. Да, померили, сказали. Ну, в общем, вот, все, в среду или в пятницу на следующей неделе будет готово. Маша пошла домой. Вот, а мы поехали теперь в Щуку. С нами Данечка. Вон он. У тебя видно, Дань? Не знаю, наверное. Да я не знаю. Ну, в общем, где-то там Даня. Его скоро будет видно. Вот. Ему Дане нужны штаны. Брюки. Ну, не брюки, а такие, типа, джинсы. Брюки. Пойдем сейчас в Glorio Jeans. Кстати, в Glorio Jeans хочет Даня. Там есть другие магазины, но в прошлый раз он покупал там, и вот ему очень понравились эти, которые штаны-джинсы. И он хочет такие же, поэтому пойдем туда, куда он хочет. Будем покупать то, что он хочет. Кстати, у нас дома лежат вообще брюки, которые он ни разу не носил. Вот. Гелик не заехал. Гелик заехал. Где? Вот ни разу Даня эти брюки не носил, именно потому что он, да. Потому что... Вот не нравится ему, поэтому вот нельзя покупать детям никакую одежду, они сами должны выбирать, потому что, пожалуйста, вот результат. В прошлый раз, когда мы были в магазине, мне понравилось больше, как сидели другие брюки, я их взяла, они были чуть-чуть побольше, я подумала, ну хорошо, как раз эти станут, мол, и он тебя оденет. Ну и сейчас одел он их, лежат вон.
только деньги выброшены. Так что пускай выбирает то, что ему нравится, то, что иначе это все будет валяться. Кстати, как и у Маши валяется, то, что и бабушка, к примеру, иногда покупает, если Маше не нравится. Все это просто лежит и не носится. Смысла в этом никакого нет. А мы так уж давно никому ничего не покупаем, то что знаем, что толку в этом не будет. Все, если будет что-то там такое поснимать, поснимаем. А Маша, значит, пошла домой. У нее сегодня были уроки еще с утра. И она, конечно, встала рано. Она, наверное, сейчас ляжет и будет спать. Так как очки заказали, все. И главное было очки заказать, потому что тоже с этим коронавирусом. Уже, наверное, ей надо было полгода назад их заказать. А мы все никак не выбирались. Ну, а сейчас, конечно, прививку сделали. В принципе, у нас должны уже выработаться антитела, потому что у нас прошло уже даже после второй прививки 2 недели уже прошло. Ну что, мы уже в Глории. Вот сейчас Данька смотрит тут. Ну-ка, посмотри, вот эти как тебе кроссовки не нужны никакие. Пошли мерить что-нибудь. Да, и вот это. Размер так, посмотри, какой Сереж. Размер? Какой у тебя размер? Дай, покажи зад. Да. Сзади. Есть? Поднимай. Да, поднимай сзади. Можешь куртку поднять? Он кожанку хотел, но это тоже классно смотрится. Он классно смотрится, да. Не знаю, только размер твой. Размер твой, нет. Ну-ка, поворачивайся. Вот это твое. Иди в зеркало, посмотри, вон где зеркало. Вот зеркало, да. Вот чуть выше поднять. Вижу, пока плавно. Что ты сделал? Ну как? Дай сейчас сделать, находиться нормально. Подмокнет. Нормально. Ты посмотри, нормально, нет? Вот, да. Вот такой. Пояс подними, покажи. Ну, сидит по нему как раз. И даже подшивать не надо. Подожди, ну они ему не маленькие. Ну подшивать пояс не надо, нет. Там еще пуговички. Ну нет, а куда больше, что он сваливаться да, будет? Да, тебе не жмет ничего там? Не дает? Нет? Нет, это как раз следующий размер после его. Он же худенький. Ну так вообще классно. Ну вот эти, смотри, прям по нему. И длина, и все. Что, тебе нравится? В зеркало смотри. Вообще офигенно смотрится. На, вон куртку один сверху. Вообще бомба же. Так, куртку. Потому что бомба сейчас будет. Все... Одень это и выйди сюда. Все подруги сбегутся. Блин. Конечно, выглядеть будет. А что, серенький эти, да, такой цвет. Ну все, чуть-чуть подними какую-то куточку. Вот так. Подруги все сюда. Ну-ка вы. Не, выйди подальше, посмотри в зеркало. Нормально. Норма. Очень красиво. Да, классно смотрится. Короче, те смотри, вторые будешь брать, нет, и все. Нет. Ты футболку сверху одевай и смотри. А еще подтянуть? Да, просто красиво. Такие прикольные. Вот шапочки, смотри, снимала? Нет, на малыши. Прикольно. Как будто вязаны. Ага. Ну что, купили мы вот 2 пакетика у нас. Короче, Дане 2 штанов, мне 2 футболки и 1 толстовку. Все. А где покупать? Кроссовки смотри. Вот, смотри вокруг. Где тут обувь? Нет. Вот там нету? Тут карик где-то должно быть. Нет, тут... Спортмастер. Осталось нам оплатить парковку. И все. Обувь Дани не купили. Ну, покажи дальше там, сколько там всего. На 7 тысяч, что ли, взяли. Со скидкой там что-то было.
Не со скидкой, а у нас по карте. Вставляем карту. Вот оплата, сколько там? 100 рублей. Чек возьми. Короче, парковка 100 рублей. Ну что, снова мы в машине. Время у нас 7 часов. Приехали мы домой, перекусили, в общем, чуть отдохнули и поехали на дачу. Завтра мы вернемся. Поехали просто с ночевкой. Посмотрим, что у нас там по топливу. Может, еще заправим топливо. В общем, проверить дачу. Сегодня у нас получается суббота. Да, а это длинные выходные, воскресенье и понедельник еще будет, 8 марта. Все, в общем, сейчас что я сделала? Я сейчас заказала в Можайске суши, наборчик, по-моему, точно такой же, как мы заказывали. Мегаполис, по-моему, да, да, вот так и назывался Мегаполис. Ну, точно не уверена, но вот получим, посмотрим. Все, оплачивать, оказывается, не надо. Написала, что в Можайске заберем, 8 часов должно быть готово. Ну, вот 8. А сейчас почти 7. В общем, они в этом суши-воке долго делают эти заказы. У них там очень много заказов. Да. Потому что ты помнишь, в 5-м авеню мы тоже заказывали, ну, ждали минут 20, может. Да. И все. Когда сами набирали, а когда там готовый, то готовый. Вот, ну и, в общем, будем уже, когда в Можайске, тогда включимся. Так, ну что, друзья, мы уже давно в доме. В доме очень хорошая температура. Мы приехали. В общем, все замечательно здесь, отлично. Много снега на площадку не нападало. Ворота сами открылись, сами закрылись, что я даже вам не сняла этот процесс, как мы заезжали. Вот смотрите, мой цветочек до сих пор уже март. Он все нормально с ним. Чуть-чуть подсохли, тут несколько листиков. Но я полила его сейчас, и растут новые росточки. Растут очень классно. Так. Ну и что? Подготовили мы вот такой вот стол. Мы чай попили уже. А сейчас Сережа погулял с собакой. И сейчас будем смотреть фильм какой-нибудь, я не знаю, на Иви. Маша на Иви сделала подписку пока на 14 дней. А потом, наверное, будет делать подписку полную. Потому что там какие-то она смотрит фильмы. В общем, она сказала, что ей нужна подписка на Иви. И, ну, у нее деньги есть, она, в общем, оформила подписку, и мы можем тоже входить в ее аккаунт здесь на даче и тоже смотрим фильмики. Так, что вот здесь? Виноград я помыла, купила такой вот. Он должен быть с косточками, но вообще я такой люблю. Если он будет, конечно, дозрелый. Бывает такой недозрелый, он тогда, конечно, кислит, а вообще вкусный виноград. И вот роллы, которые мы заказали. Это, кстати, такая же. Ну-ка, покажи. Серёж, открой, пожалуйста. Это они закрываются. Да, это такая же, да, как в прошлый раз. Да, вот эти маленькие, помню. Мегаполис получается 1089 рублей. Да, 1089 рублей. Вот, в общем, сегодня мы шикуем. Очки 40 тысяч. Одежда 7. Вот еще роллы 1000. В общем, деньги летят. Кстати, что я хочу сказать, что вот здесь, в Можайске, вот это суши-вок называется, я говорю, они, у них вообще там бесперебойно люди ходят по ходу и заказывают эти суши. Я боялась, когда мы первый раз заказывали, чтобы старые не были, что, может, у них плохо заказывают. Какое там? Мы ехали в дороге, я заказала, заказ был только через час с чем-то. Мы приехали, и, значит, еще он не был готов, мы там в магазинчик сходили, купили вот этот виноград, все. И когда мы приехали, они говорят, там, какой у вас заказ, на кого, и называют там на Екатерину, Ульяну, того-сего. То есть у них там вообще аншлаг, я смотрю. Вот, ну, в общем, сейчас мы будем кушать. Все, так что на сегодня наш день окончен. Я не знаю, наверное, в один влог все это войдет. Нет, ну, в общем, на всякий случай я с вами прощаюсь. На сегодня наш день окончен. Всем приятного вечера, приятных выходных. До следующего влога. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.
Кстати, Инстаграм не забывайте, подписывайтесь, в шапке профиля есть. И всем пока!